Вот и я, и не прошло и даже дня. Как я анонсировал еще вчера, обновление, да, прошло, и наградили, конечно же, наших The Best of Donut. Но помимо того, что в новости раструбили о том, что им дали уникальные студии, студии действительно веселые, пройдите, пожалуйста, посмотрите. Но анонсировали еще и бонусные скидки для каждого уровня, то есть своя бонусная скидка со своим плюсом. Я здесь как бы немножко просчитал, посмотрел, сколько это проходится и сколько это по деньгам. Привык все считать. Ну, для меня, как для доната, не очень выгодно вообще покупать. Кажется, месячный план более выгоден, чем покупка всех вот этих вот вещей. Они как бы вытаскиваются из подарков и так зарабатываются. Зачем их покупать еще и за деньги тем более? Но спецпредложение есть спецпредложение. Ну а сейчас, ребята, давайте быстренько рассмотрим по уровням, что где и какие скидки и что дают там. Поехали! Ну что ж, начнем, наверное, рассматривать наши спецуровни. Специальное предложение от Music Wars. В общем, поехали, ребят. Итак, давайте, на шестом уровне у нас вот такая вот штучка нам выдают. Спасибо, ребята, всем, кто предоставлял мне скрины. Очень доволен. В некоторых местах будет по три картинки. Это там, где я достал не только за рубли, но и за рубины. Так, следующий у нас вот восьмые. Видите, здесь и за рубли, и за голоса. Как видите, бонусы, несмотря на то, что они и в ВК, и в Music Wars, они одинаковые. То есть было разработано специальное предложение. Я еще анонсировал его, по-моему, в августе, что будет такая вещь. Но наконец-то они дошли. Молодцы. Следующий у нас 10-11 уровень. Ну, по-моему, очень выгодная вот для 11 уровня. Прям для музмехов. 12-13 уровень. Тоже очень такая своеобразная, допустим, вот на 13 уровне более-менее такой адекватный призик такой прям. 14-15. Ну, тут можно поспорить, конечно. Ну, вот на 15-м, ладно, согласен. Можно еще что-то жить. 16-17 уровень. Тут тоже, ну, не достал за рубли, но хотя бы за голоса есть. 18-19 уровень. Ну, не знаю, что сказать. Ну, более-менее еще на 18-м. 15 еще звезд можно взять. 20-21. Вот, считаю, что 20-й вообще один из классных призов. То есть получить 5000 торнов. Это 100% главный приз можно несколько раз выкрутить. Еще и звезды. Интересно, сколько 107 голосов в рублях? Не знаю, честно. Так, 22-й, 23-й. На 22-м уровне даже меньше торнов дают. Зато стволовых клеток больше дают. 24-й, 25-й. Вот какая разница, на 25-м типа одни стволовые клетки дают, дают крионит, непонятно. А здесь, смотрите, и крионит, и 500 выдают. Но здесь самое прикольное, даже здесь со штуку, а здесь 142 голоса. С чему равно, правда, честно, не предскажу, не знаю. По рублям. И 26-й, 27-й уровень. Вот, кстати, классное предложение на 27-м уровне, считаю. Ну, одно из лучших, можно сказать.
900 рублей. Я считал, что-то получается у меня там очень выгодно по рубинам. 28 уровень и 29 уровень. Вот. На 28 уровне вообще отвратительно, если честно. Хотя кому как, может кому крянет нужен. Вот интересно, они будут в дальнейшем тусовать или не будут тусовать их между собой, что менять что-нибудь еще. Ну, посмотрим. Остались сутки, потом посмотрим, исчезнет ли это спецпредложение или не исчезнет. Вот в чем вопрос. Ну и, конечно, ваш покорный слуга, 30 уровень. Здесь я вообще все высчитывал. Взял генетику, перевел ее, соответственно, в рубины. Потом рубины сложил, дзены, к сожалению, я не знаю, как купить. Кредиты тоже не знаю, как купить. Но по сумме получается примерно около 1350 рубинов. То есть, ну, неплохая сумма получается. Но я не донат и... Кроме месячного плана за 200 рублей я, видимо, покупать ничего не буду. Ну вот, мы быстренько все рассмотрели по до 30 уровня. Спасибо за просмотр, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем скоро открывать подарки. Уже накопил. Нормально, хочу френки поднять. Может, получится. А пока давайте будем ждать, что у нас будет со спецпредложением. Закончится оно или нет. Счастливо!